Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 сентября. Хочу показать вам еще один великолепный сорт, который до самой-самой поздней осени выглядит очень свежо и украшает участок. Вот этот вот один из трех сортов, который у меня с синими плодами, с фиолетовыми, это голубая старица. Ну, тут нижние кисти, конечно, я уже все обобрала, видите, давным-давно. Вообще, они когда поспеют, они вот такие делаются красно-фиолетовые, очень-очень красивые. Вот эти вот уже тоже спеют кисти. Но несмотря на то, что сейчас уже осень, этот куст выглядит свежим. Вот новые ягоды даже образуются, видите, вот эти такие черные, блестящие, как глаза у щенков, вот когда маленькие, прям щенячьи глазки такие. Очень декоративный сорт. Это вот один из тех экзотических сортов, которые украшают мой участок, без которых я уже не могу представить свой огород. Очень много лет выращиваю. На вкус он обыкновенный. У него красная вот эта мякоть. Я уже, по-моему, показывала в разрезе, есть где-то там фото, и рассказывала о голубой звезде. Голубая старица, голубика, голубая звезда. Все они вот одинаковые, похожи. Вкус у них такой же, как и у всех томатов. Но они берут, конечно, взяли меня своим экзотическим вот этим видом. С самого раннего лета, как только завязываются плоды, блеск вот этих синеньких, фиолетовых таких ягодок, они маленькие сначала, как ягодки, видно издалека, на солнце они сверкают. Вот голубика, она точно кистями, как голубика. Потом до голубики дойду, покажу. Вот эта голубая старица. Видите, как красиво. Они издалека сверкают, все переливаются. Потом делаются красные, они как получается двухцветные. У них верх остается темно-фиолетовым, почти черным. А низ внизу делаются красные. Ну, сейчас покажу. Они мясистые, хорошие на вкус. Вот такие они будут. Видите, как тут будет темное, тут будет красное. Все. Ой. Я показываю, потому что многие в прошлом году даже брали, но не знают, как их выращивать. Это обыкновенный такой же томат. Также я его подвязываю, убираю лишние пасынки, выращиваю по обычной схеме. Просто он отличается тем, что он другого цвета и очень-очень декоративен. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Тут такой коротюсенький, краткий обзор томата «Голубая старица» с темно-фиолетовыми плодами. Американец это.